У меня, рядом с моим домом. Бегу. Кнокнул одного. Второго кнокнул. Я без хп. Иду, иду. Ладно, они внутри? Добил одного. Третьего не вижу. Должен быть. Один кто-нибудь пробегите, периметр проверьте. Тачка едет. Да, машина едет. Это наш. Ладно, я полутаю попробую. Нету, нету. Их 4 у этого чувака. Не, нету, нету, проверять надо по-любому. Я проверил, тут... обежал вокруг дома. Твою мать. Здание квадратное. А, так кто прыгаем там, как бы, ну не всегда третий, это часто очень. Второго влутали, там пока икса не было. Х4 было, я сказал. Все, я забрал. Обоймы черные, если кому еще надо, подщечка тут тоже. Не, я все, я по фулу. Х2 я выкинул. Шлем мне надо. Хороший. А, большую аптечку давайте отдам кому-нибудь. А у меня две. У меня скину. Одна. У меня места нет. Блин, ну ладно. Ну, погнали, в сторону красную. Взял бы, ладно, черт. А, возьмешь? Зона, да. Зона сейчас или... подходит, как бы. Там нам рандом тачку подогнал, где его тачка? Не знаю. С какой стороны он подъехал? Вон джип, погнали. Вон, да. Вон, сверху, сверху, 250, на горе. Перебегает он. Не вон, вижу. Вон, да. За горой, прямо за машиной там, гора. Вон он. Вон он. Три раза попал. Блин, коцано, говно. Надо добивать его, я думаю. Да, убивать надо. Иду на него. Граната. Принц. Граната. Блин, я не... Он уже за другой город забил. За деревом. Понял, понял. За каким? Ну вон впереди дерево. Убил, 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 убил. Ну, я тачку подгоню, лутайте. Да или можно пехом, нафига нам тачка. Блин, ну, конечно, надежнее будет, чем по ухабам по этим ездить. Бери энергетик там, ну, о, я вот это возьму. Что-то мне показалось, что сзади меня звук машины был. Патроны есть зеленые, мне что-то маловато. Да, на. Иди ко мне. Все возьмешь? Да, да, да. Ну вон, а пламя гаситель ничего нету лишнего. Компенсатор есть. Давай, давай, давай. Какого там цвета?
Жетон. На трупе был. Я его там скину. Но нет здесь компенсатора, на знаку только. Ну, значит, кто-то взял уже. А, значит, этот рандом взял. Я не брал, потому. Машину не будем брать? Да, наверное, нет, пехом погнали в Дальгары вот сюда вот. На кросс. Рандомчик тебе засел. Можно на гору попробовать на эту засесть. Вот туда заберемся. Карика ни у кого нету? Кого? Карика. У меня мини 14. Я могу тебе обвес, кстати, дать. У меня подсечка есть и магазин. У меня все, обвес есть полный. А на миник не надо подсечку? Я же говорю, у меня обвес. Не-не, там не ставится. Там обоймы ставятся и компенсатор. Залезем мы тут, интересно. Сторона не, надо смотреть. поближе к центру надо. Окей, погнали прямо. Ты к дому бежишь? Да. Ну как вариант, да, какой-нибудь дом там высокий можно забориться. Вороник второй. Не надо никому. Ох, у меня шапки нету. Походу сбили. У меня первая была. Шапку видите любую, скажете? Чё-то познал, Димка заметил. У меня вторая, иди ко мне. Ну, нормально. Вот здесь баги стоит. Ну, сейчас посмотрим, где зона, пока здесь в городке стоит. Рядом. Спину вы нам посмотреть. Твоя машина вижу там. Ладно. Ну, кто это? Стрельба где-то была. Я стреляю. По кому? По колесам. А, это как бы уже новая зона, что ли? Ну погнали дальше вглубь. Пока сзади типа не нагнали нас. Ох, как здесь бежать-то отстойно. Может, поверху надо было погореть, но... правда, потом слазить. Здесь зданий-то нормальных нет. Вы к городу хотите идти, да? Ну а чё, он в центре зоны, в принципе, можно. Город, надо здание нормально найти. И забориться у него. Можно через дорогу какие-то задания? Аптечку нашел. Ёж твою медь. Я глушитель нашел. Да что ты? А что ты выкинул? Ничего, пламегас СССР. Могу скинуть. Ну, на винтовку на штурмовую, да? Не, на винтовку не надо. Мы не в этом здании, это явно. Топим дальше. Через дорогу. Давайте в этом здании, наверное, заселим.
А вроде не лутано. Ну а тут этот, то есть КС. Кому надо? А, стрельба 125. У нас обзор есть на этот дом, нет? Не вижу. 120. Если нет, соседний перебегаем дом. Ой, отойди, отойди, принц. Блин, на соседнего дома ты нету. Ладно, предлагаю сидеть здесь. Сейчас уже поздно куда-то перемещаться. Что-то домов здесь нифига нет. Рейн, привет, привет. Кто стреляет, кого? Да я по колесам стреляю. Да места, конечно, бывает, да. Ну, сейчас есть одно место. У нас рандом сейчас играет. Случайно зажимался. Правильно. Просто ты палишься, когда стреляешь. Я глушаком. Ну прям в центре, да. Сейчас зона обновится. Ну, по крайней мере, в зоне все равно будем вроде как. Если направо не уйдет. Че вообще заебись. Отлично. Ждем гостей, называется. Да не ждем гостей, а выискиваем гостей. Смотрим по сторонам и не подпускаем никого. Жалко, у нас обзор на этих типов нет, на 155. Мне не очень нравится. Но они, походу, тоже в зоне, да? Ну, я вижу вроде этого, хотя не уверен. С рандом решил перебежать здание. Ну, это так. Хрень какая-то непонятная. На 45 где-то щелкают там на конце города. Куда ты там забрался? У нас третий этаж еще есть? Или это крыша? Нет, я на крыше. Окей. Что, рандомчик решил побегать, поубивать? Сейчас Сизи топ-1 возьму. Обзор, конечно. Вперед обзора нет, назад обзора тоже нет. Так, вижу. Где? На Ю. На Ю. Наверху, на горе самой. На цистернах хватит. А, вижу. Не пойму, куда у меня пули летят. Да я тоже что-то вроде с Х-8 стреляю. Полк. Сколько там до него? У него 300 метров вот в зоне. СК
скотина видит, походу. Че не летит-то у него? Опа, 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 опа. Так, даже вам не работает. Вы что сюда лезете, это елки? Или вы так стреляли, как бы отсюда? Сейчас нас туда положат троих. На другие стороны нас кто смотреть будет? Уходите отсюда. Ползает они. Хотя я, ты кто ползает? Вы вдвоем здесь ползаете. Рандом и ты. А, мне не видно с моего окна просто кого-то. Ну и смотри в другую сторону. Сейчас придут с другой стороны, нас бахнут. Окей. Я хотел тебе помочь. Ну, как я помню, по низу треугольничку надо стрелять на 300 метров. Значит, это не летит. Трое, четверо со скалы, ну, с горы. Спускается уже? Да. А цифру не вижу. 195. Через правую сторону, короче. Четверо там их. Спустились уже? Да. Не знаю, так чуть-чуть их продамажил, но не особо. Ну я их не вижу напротив. Они уже спустились, там 100 раз. Ну, по идее, они рядом с нами должны уже быть скоро. Мне в зоне. А, они в зоне. Фак. Нам надо чесать двухэтажку. Погнали. Давайте бустуйтесь и пойдем. Я немного отстаю. Ты нас буржуем, принцип. Я понял. На крыше. Цифра. 185. В меня стреляли где-то на 140-130. На крыше. На крыше на 165. Бля, зону уже сейчас. Слушай, можешь меня резать? А, все, у меня этот рандом резать. Зона уже идет. Ох, блядь. Блять, мне в каску прям зарядить. Бля, не успел, да как это так? Бред, короче. Че, они на крыше, да? Да. 16 человек еще же. Ладно, подождем чуть-чуть, пусть они поубивают друг друга. Народу до хрена. Не топайся лучше, отпаримся жестко.
Они на этой крыше были, где вы? Да они, по-моему, спустились уже. Да, их нету там уже. Ну, не варик. Блядь, вот пиздюк десантирующий. Блядь. Да-да-да. Я в зоне в следующий. Внимательно там зазумьте. Нет времени. Ну, вроде как, да. Все, стою тут. Что, наш рандом раздает там, нет? Не-не-не-не, я смотрю за ним. А где он находится сейчас? Слева от здания, рядом со мной? Внутри здания. На лестнице сидит. Его позиции пока не вижу. Он сзади здание бегает. Смотри. Он? Ну, он ставим. Надеюсь, он услышит, что его обходит. Бустуйся. Я боюсь запалить. У меня будет хотя бы запалить. Первый чувак. Тебе надо в центр прямо идти. Не могу. Сейчас он уже сужаться будет скоро. На втором. Перед тобой дом. Был прям? Да. Да еще в моем здании есть, я хочу его выжидать. Хорош. Кинь гранату ему. Там здесь. Слива. А этот, а это аптечки там. Пиздец.
занимай центр зоны уже. Чтоб ползунок посередине. Да не, я большой буду жрать аптечку. У меня план такой. На втором до сих пор. Ну это палим мне тогда забегать. Был бы дробаш у меня, чем мне там еще гранаты две есть. По ящикам залез, пух.